Здорово, чуваки, и эта серия начинается с того, что я натупил. Я натупил по полной программе из-за того, что меня подвел Фрапс, и я не записал два матча. Скажу сразу, я их слил. Слил 0-3 Тоттенхэму. Я рассчитал с Ман-Сити, потому что это Capital One Cup кубок, который мне совершенно не нужен, но мы все-таки выиграли. И я, внимание, Руслан Сорока, слил КПР 3-1 на Loftus Road. Мы продули, ну и теперь ЦСКА, как бы первый матч в серии. Очень сложный будет выезд в Москву, и тут, скорее всего, если мы выиграем, мы обеспечим себе участие в плей-офф. Давайте играть. И, конечно же, он. Открывать что-то, это матч, извиняюсь. Ну, не отсюда надо смотреть, а так у нас, на самом деле. Вот тут заработали мы штрафной. И я тут не стал долго тянуть. Сразу же пошел такой разрезной пас на Суареса. Суарес против защитника уходит, смещается дальше, и тут не дали ему, вернее, дали ему пробить, и он в дальний послал мяч. 1-0 мы впереди. Офигеть. А вот здесь уже капец как не по правилам ставят пенальти. Давайте смотреть. Замедленно. Я просто не догоняю. За что пенальти? За что? Смотрим. И что? Где? За что? За что? Офигеть. Загоев против Трештегена. Ну. Сащи. Блин. 1-1 Алан Загоев. Я просто поражаюсь судьям FIFA 14. Абсолютно ни за что поставили нам пенальти. 1-1. И все. Так и закончится. Первый тайм 1-1. 1-0 в скобочках. Спасибо арбитру. Наполи 2-0. Вольборга ведет. Давай смотреть второй тайм. Вот так. Пожалуйста. Им судья помогает. Вот так ЦСКА футбол играет. А мы забиваем. Абсолютно по-честному Илкай Гюндоган тут убрал. Никто ему не мешал. И я пробил. И что тут? Чепчугов вообще красавчик. Просто бистовый кипер. 2-1 мы впереди. Ну и это до свидания, в общем. Все. The end. Вот и сказочки конец. Как говорится. Вот тут пробросил мяч Сора, спокойненько вышел 1-1. И что тут делать еще? Недолго музыка играла, недолго фраер танцевал. 3-1. Наконец-таки. Закончился этот матч. Луис Суарес очередной раз приносит нам победу. ЦСКА гениально. Три удара, ни одного даже в сторону не попали. Вот так вот. У голевые, у две у Драксера и одна у Сантона. Ну что же, я думаю, все. Я думаю, все, и сейчас мы заценим таблицу. Но я думаю, мы вышли из группы. Мы обеспечили себе выход из группы, мне кажется. Давайте-ка это посмотрим. FA Cup. Capital One Cup у нас Aston Villa. Вот так вот. Суперкубок тут. Вот, Лига Чемпионов. Так, так, так. Ну да. Осталось два тура. Считайте, у меня 11 очков, потому что дома я рассчитаю с Ольбергом. Мы должны их победить. Ну, в общем-то, матч с Наполи все решит. Мне хотелось бы, конечно, выйти с первого места, но, как я уже говорил, матч с Наполи решит все, буквально все. Ну а с выходом из группы нас уже можно официально поздравлять. И на очереди у нас уже Суонси. Что у нас там вообще в календаре-то будет?
Ага, ну вот я сыграю с Суонси. Мне сейчас мы зачекаем. Ну, средний, думаю, рассчитаю. Среднего я однозначно рассчитаю. Тут бы хотел еще за сборную мне, конечно, сыграть против бразильцев. Ну, посмотрим. Таблица, да. Вот таблица. Так. Солнце 13-й, Сандерленд 18-й. Ну, логично, что мы будем рассчитывать против Сандерленда, а Солнце мы будем играть. И этот, думаю, матч будет сложным. Такие формы. Поехали. Ух, жахнуто хорошо, Дэниел. Да неужели, ёпарасоте? Суарес все-таки забил. Я сегодня, наверное, провожу свой лучший матч на мировом классе. Думаю, статистику вперед вы увидите. Думаю, она все доказывает. Ну, блин, я офигеваю, как отскакивает Суонси. Тут, блин, вторая штанга за тайм уже. Просто, я офигеваю. Благо Суарес добивание 1-0. Статистику вы все увидите. Ну это гол тура. Это гол тура. Я не знаю, какие были забиты мячи в других виртуальных матчах, но это шикарный мяч. Просто. Просто шикарно. 2-0. Да, и закончился первый тайм. Как я говорил, это мой лучший матч на мировом классе. Солнце мы настолько давим. Офигеть просто как давим. Сколько там статистика? У меня 12-6, у них 1-1. Ну я же сказал. Это мой лучший матч на мировом. Я думаю, его выиграю. Да я офигеваю просто. Снова пенальти в наши ворота. Я уже не могу играть в эту фифу на самом деле. Еще и агер желтая. Ладно, тут я соглашусь. Тут пенальти был. Без вопросов. Давайте только перед пендалем. Заменим Джерарда, он устал. Я хочу выпустить Конора Коуни на позицию ЦАПа. Посмотрим, что он может. Фуф. Давайте-ка. Вилфрид Бонни против Марка Андре Терштегена. Ой-ой-ой, что ж ты сделал-то, Бонни? Продолжаем. И я, в принципе, даю шанс играть молодым. Этот матч уже выигран. Поэтому, чего уж нам тут терять. Не, я хочу, чтобы Суарес сыграл. Поэтому делаем замены и продолжим. Опять. Как же меня это бесит уже. Я просто не понимаю. Что за гребаные отскоки постоянные. Как меня это уже выбешивает просто. Я не понимаю, на самом деле, что происходит за фигня. Почему какой-то тупой прострел приводит к голу? Ну что это такое? Ну вы посмотрите.
кажется, Антон просто пробегал, и мяч попал в него. 2-1, солнце забивает. Все, закончился этот матч, и я просто в бешенстве. Я не понимаю, сколько можно транжирить моментов. 19-8, 3-2. Какого хрена Суонси нам забивает? Я вот не понимаю абсолютно этой логики FIFA. Какого хрена Суонси нам забивает? Да еще и какие-то левые мячи. Просто я не понимаю этого. Мне это не понять. Сейчас рассчитаем. С Сандерлендом. Я хотел бы сыграть за сборную. Поэтому в этой серии будет 4 матча. Сертич, он травмирован. Ой, хоть бы нормально. Предпоследняя, там, предпоследняя команда лиги. Ну, конечно, давайте сольем им. А чё такого? Давайте уж. Какому-то дну сольем. Мы же это умеем. Теперь мы отстаем на 9 очков от Манчестер Сити. О-хо-хо-хо-хо, как круто, круто. Вы просто, ребята, вы бати просто. Молодцы. 3-1, победили. Дисквалификация. И вот я хочу сыграть в Бразилии. Вот, я желаю сыгрануть с бразильцами. Блин, что у меня состав Ливерпуль? Ну, я в курсе, да, Энцо Перес травмил. Алтина, так. Перес, Энцо Перес. Ух ты. Ты чё, неплохой чел, я бы сказал. Ну, это первый центральный полузащитник, поэтому там должен играть центральный полузащитник. Он мало что в запасе делает. Не, Мусакио крутой. Место так. Ага, направо бы нам выпустить кого-нибудь. Ну, давайте Игнасио Фиделефа. Ворота. Какой-то Кристиан Дарио Альварес. Ламелу возьмем с собой направо, вместо Ди Марии, вместо Баны как раз таки Ди Марии поставим. Я думаю, как-то так. Давайте играть. Матч с Бразилией будет сложным. Да что такое-то? А, в принципе, в запасе, да, извиняюсь. А там Энди возьмем с собой. Погнали. Наша первая игра за сборную в таких вот формах. Играем. И 1-0 Алешандро Пато. Фух. Забила Бразилия. Ну я как-то так. Мне по боку вообще матч этот, как бы так сказать. Я не обращаю на него такого какого-то должного внимания. Ну и Аргентина проигрывает. Шикарно. Лео просто молодчинка. Танцуй, танцуй. Фуф. Ну блин, Кипак у Бразилии вообще просто бистовый, просто мертвые мячи он тащит. Ну тут уже отличный пас был. Тут уже ничего не могут он сделать. 1-1, мы сравниваем счет. И закончился. Так, первый тайм. 1-1. Я пока что удовлетворен игрой нашей команды. У них 5-2, у меня 4-3. Мы даже немножечко переигрываем их. Картабия, который сегодня играет опорника. Пускай туда выйдет Кристиан Ансалди. Вернее, мы делаем так. Итак, Фиделев может он центрального. Да, Фиделев есть вообще центральный. Так. Пофиг. А, и еще одно. Ламайло уйдет. Выйдет Агуэра, уйдет Тавис и выйдет Тавис. Поехали. Играем дальше. 2-1, Асвальдо! Просто красавец Асвальдо, всех накрутил. Этот чубзик, вот этот пас. Чук, 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 чук. Хоп, и гол.
2-1, Бразилия впереди. Месси! 2-2! Лео! Красавец, просто, ну Лео. Вообще шикарен, просто шикарно. Лео, прошел тут и пфф. Их ни кипер не вытащил. Ну и все, короче, закончился этот матч. Фуф. Ну мы 10-4 у них, 9-8 у нас. Ну блин, у них Джефферсон, кипер, говно такое, тащил абсолютно все. Какой-то промах Месси, ну это хороший, да, удар был у Месси, потом промах Ломелы, а вот тут вообще просто Джефферсон втащил, я не знаю как. Ну тут гол Месси, это логично, шикарненький пасик. Еще один какой-то сейвак Джефферсона, а вот тут, блин, вообще капец, просто два подряд. И гол Лео. Пас, пас, проход и удар. Я не заканчиваю на этом серию, ребят. Я уже говорил, что в этой серии будут 4 матча, так как я играл за сборную. Сейчас будет черт матч с Наполи. Только сначала матч с Редингом, блин. Хоть и не слейте, пожалуйста. Надеюсь, выиграют, ребята. У Рединга должны же. О, Пашка в запасе, блин. Что за фигня? Почему Пашка в запасе? Я протестую. О, Ростон Брента забил. Неплохо, неплохо. Блин. 2-2 с Рейдингом. Это просто катастрофа. Ну ладно, и теперь Наполи и... Блин. Опять у нас совсем все дерьмово. Мы идем уже на 5-м месте, отстаем на 11 очков от Сити. Это невероятно, блин. Ладно, зато мы можем выйти из группы. Только. Умоляю, чуваки, выиграйте у Наполи. Гол. Что у нас тут за испытания? Блин, тут испытания такие стали сложные. Я вообще не понимаю. Мне, блин, как лалки их не пройти. Ну вот что за фигня? О, нифига себе, что у меня сейчас пошло. Ну-ка я, пожалуй, досниму это. А, ну вот опять. Мне в эту штуку не попасть. Во-во-во. Да, я заработал бронзу. Есть. Отлично, я прошел испытание. И еще тут попал, 104 очка набрал. Ну ладно, пофиг. Неплохо все равно. Но бронзу я набрал. Последняя попыточка. И, блин, промазал. Ну ладно, я набрал бронзу. Иху, теперь матч с Наполи не зависит. Я хочу сохранить, чтобы прошлось это испытание. Ладно, мы играем. Луис Суарес 1-0. Я уже это так говорю без эмоций, потому что это уже обычное дело. 9-й гол в кубке, пас от Джерарда, шикарно. Суарес 1-1 и исполнение 1-0. Мы впереди. Отличное начало. А, ребят, это надо показать. Ай, ну что за фигня? Я опять жалуюсь. Ну извините уж. Вот Гюндоган тут поборолся. Сразу же пасик на Луиса Суареса. И посмотрите, что тут происходит. Суарес на бис. Фигак, 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 фигак. Я думаю, гол. И нет. Нет. Не повезло. Пф, и мяч еще выскочил. Ну, ладно, продолжаем. Ну и 2-0 я даже не... Я не понимаю, как он это делает на самом деле. Просто на самом деле мне непонятно. Как он может такие штуки делать? Пас от Дракслера. И как, блин, как он в нижний угол так пробил? Я не понимаю на самом деле. Этого игрока. 2-0 мы впереди.
Да блин, бесит уже! Опять пенальти в наши ворота, вы издеваетесь? У нас что, в каждой игре будут пенальти ставить? В чем тут-то сейчас пенальти-то был? Я не догоняю. Ну, давайте смотреть, Игуаин тут получает мяч и... Ват. Какой тут нафиг пенальти? Его по мини тут не было. Гамшик. Ай, 2-1. Мара Гамшик. Крутяцка вообще. Я не понимаю, на самом деле, что за пенальти-то? Ах, 2-1. Завершился первый тайм. Блин. Если бы не этот грёбаный пенальти, я бы... Я бы уже 2-0 вел, я бы думал, что все уже. Как там, ЦСКА 1-1 вообще с Ольборгом играет. 2-1 у них, 7-6 у меня. Ну блин, я не понимаю, что за пенальти постоянные. Просто гений. Просто гений. И ничего лишнего. Вы сами все увидите. Получает мяч Старич, разворачивается и навешивает. Суарес тут как тут. 3-1, хитрик Луиса. Да, все. Это первое место в группе. Луис Суарес, спасибо Луису за первое место в группе. Ольборг 2-2 с ЦСКА еще и сыграл. Это значит, что ЦСКА потерял абсолютно все шансы на продолжение борьбы в Лиге Чемпионов. Ну что же, серия получилась большой. Я так считаю. Но у нас еще впереди все важные матчи. Тут и Арсенал, тут и Ман Юнайтед с Ман Сити. Ну и трансферное окошко. Ну а на этом все. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, это важное. С вами был Лёшка. Лёха. Всем пока.